уже в Иерусалиме можно побывали. говорить? Да. Да? Расскажите о ваших впечатлениях. Ну, у нас очень яркие впечатления. Они не совпали с теми, в общем-то, такими какими-то предварительными представлениями, которые есть. Но они не менее яркие, чем те представления, которые у нас были до посещения. Это, конечно, целый мир. Израиль и Иерусалим, и все, что вокруг него. Всем рекомендуем посетить эту чудную страну. Спасибо. Спасибо. Приезжайте еще. Обязательно.